Тут написано «Клоунаде», ты учился в «The Clown Frances». Все верно, в Академии «The Clown and Francois». Возможно, вы заметили, что ваша дисциплина мне не дается, так как я знаю французского. Хотите, чтобы я что-то сделал с платком? Ну ладно, место твое. Правда? Хочешь кофейку на дорожку? Нет, не стоит. Спасибо. Исполнительные продюсеры Луис Си Кей, Джонатан Крисел, Зак Галифианакис. Ты выйдешь за меня. Ты должен знать, я тебя не люблю. Может, со временем полюбишь. Сколько прекрасных историй есть о браках по расчету и стокгольмском синдроме. Быть клоуном для меня важнее всего на свете. Ты похож на клоуна, но ты не клоун. Еще какой клоун! Опа! Опра! Господи боже, ты здесь живешь? Да. Это всего лишь постоянно. Придется искать настоящую работу. Это настоящая работа. Не все могут быть флористами или посудомойками. Некоторые рождены быть артистами. Но надо же, мой злой брат-близнец Чип. То-то, думаю, хипьем завоняло. Какая кофточка? Вы настоящая лесбиянка? Нет. Но спасибо. Баскетс. Добро пожаловать в Кирика. Что желаете? Мандариновую фанту, пожалуйста. Мандариновую фанту, пожалуйста. У нас такого нет. Пепси-лайм. Пепси-лайм. Нет. Ладно, тогда Швепс. Швепс. Ладно, тогда просто Швепс. Плохо слышно. Повторите. Швепс! Простите, я слышал два голоса. Швепс! Я сказал Швепс! Премьера сериала 21 января на канале FX.